Вот посмотрите, далеко от входа в Сочи парк. Или это Олимпийский парк, неважно. И здесь вот платный туалет. Все закрыто. А расскажите. И некуда деваться. Постучите. Тут процедура происходит, идите отсюда с камерой. А, все-таки решили не платить? А куда платить-то? Некому платить, понимаешь? А может быть, на карту перевести куда-нибудь надо?